А вот в Копейске шествие бессмертного полка уже состоялось. Сегодня более 1000 детсадовцев вышли на улицы вместе с воспитателями, чтобы почтить память фронтовиков и тружеников тыла. Шествие проходит по всем канонам. Дети несут в руках специальные штендеры, посвященные родственникам. На них фотографии, имена, даты жизни. Несмотря на свой юный возраст, участники шествия уже готовы рассказать о подвигах своих предков, о том, как сражались фронтовики и как стояли у станков и работали на полях труженики пыла. Матвей Халин держит в руках штендер, посвященный прадеду. Николай Колесников был матросом. Когда я вырасту, я обязательно стану военным. Также буду защищать свою родину, как мой прадед. Участники бессмертного полка прошли по улице Ленина и финишировали в сквере павших героев, чтобы возложить цветы у вечного огня. Акция проводится в Копейске третий год подряд при поддержке 15 детских садов. Думаю, что эта традиция молодые корни имеет, и в последующем она будет только развиваться.